Вітаю, господарство на Білсаті 2 на 2. І незмінно для вас у студії працюють я, Дмитро Гурнєвич, Павел Мажейка. Запрошаємо тягом ближайшої півгодини заставатися разом з нами і не переключати канал на вашому телевізорі. Вітаю, господарство. Сьогодні у нашій студії, в нашій програмі відомий експерт і економіст Леонід Злотніков. Вітаю, господар Леонід, вас. Добрий день. І так само Сергій Чало, фінансовий аналітик. Вітаю. Добрий день. А поговоримо сьогодні про економіку. Чи може економічна ситуація у Білорусі бути ще горше? І чи можливо врятувати островок стабільності у центрі Європи? І традиційно наш сюжет на тему, як все ж таки в економічному сенсі живе сьогодні Білорусь. Будь ласка. У лікарні усе лежить на своїх поліцах. Кожний хворий зареєстрований, кожний проходить обслідування, консультацію спеціаліста і отримує відповідну дозу ліків. Так має бути і з лячением економіки. Кожний чалец ураду мусить займати не тільки своє кресло, але й своє місце. Консультуватися зі спеціалістами, поставити діагноз і виписати лік. Тоє, як держава змагається з кризисом. В общем, все правильно, но в такими дозами, що особого смисла не має. Ці має короткотерміновий сенс. Почнемо з того, що ще у красовіку, коли проблема востро проявилася у валютному секторі, головний доктор оцінив її як локальну і загадав своїм підначаленим: ви уж, пожалуйста, делайте все так, щоб було нормально. А якими методами? Я вам вже говорив. Цивілізованими методами, всі вони хороші, я вас в цьому плані не здержую. І урад разом з головним банком країни почали діяти. Але не з допомогою агульноприйнятих у світі антикризисних заходів, а вручную. Національний банк укидував у економіку надруковані гроші і завишав курс білоруського рубля. А чиновники у цей час стримлювали кошти на товари і послуги. Знизили торгові надбавки по сравнению со среднесформировавшимися по отрасли. Валюту покинули недоступною для насельництва и бизнесу. Вестуном росту инфляции стався дефицит импорту, який досягнув апогею у липені. Снижение импорта – это высокие шансы для национального производства. То есть вот сейчас надо стартовать с тем, чтобы создавать свои мощные ареалы, производство продуктів питання, одежди, обуви і так далі. Але шанец не використали. Основною метою держави засталося полювання на валюту. Каб притягнути сродки наполоханого девальвацією насельництва, Нацбанк почав повишати ставку рефінансування, дозволив існувати тіньовому курсу валюти, а пізніше створив додаткову гандльову сесію на валютно-фондовій біржі. Вони будуть усіляк тягнути час і спробувати на ближайші місяць-два стабілізувати все-таки ситуацію на валютному ринку, бо від цього залежить отримання валютних кредитів. Кредитів, які дозволять і надалі відмовлятися від ринкових реформів, то бок підтримувати хворую економіку кропельницями. Де сподіватися, що сумний вираз «медицина безсильная» – гэта не про Білорусь. Господарство, мені питання до вас ободвух. Ньоман стоїть у тих берегах, як і ще год тому. Мінськ стоїть на своє місце, Білорусі межі не змінилися. Люди працюють так, як працювали, ляси у нас тіє саме. Що сталося? Чому ми стали жити бідніше? Перше, що відбувалося в останні роки, країна потребляла більше, ніж вона производила. Але як же з тими мільйонами тракторів на складах? Значить, що відбувалося в економіці? От останні десятилетия мы жили неплохо, в частности, потому что Россия субсидировала нашу экономику. А второе, мы проедали то неплохое наследство, которое осталось от Советского Союза. А потом, начиная с 2006 года, с конца, Россия потихонечку сокращает свое субсидирование, и одновременно растут наши заимствования на Западе или там с других сторон. Но, в общем, растет наша задолженность. И если, скажем, в 2006 году наши долги составляли там 5-6 миллиардов, да, то они очень быстро выросли сейчас до 35 миллиардов. То есть мы покрывали неэффективность нашей экономики, мы покрывали сверхпотребление
страны, страна потребляла в последние годы все больше и больше сверх того, что она производила. И если, скажем, 2006 год страна потребляла на 3,7% больше ВВП, чем производила, то уже в последние полтора года, в год, это примерно 16-17%, это сверхпотребление. И оно поддерживалось в последние годы за счет кредитов. И вот случилось так в последние полтора-два года, что поступление валюты, чтобы поддержать этот процесс жизни взаймы, прекратилось. Ну, не прекратилось, а уменьшилось несколько поступлений валюты. Сергей Вальдер, что-нибудь надо это? Да, тут все на самом деле просто, потому что в действительности тот уровень потребления, тот уровень доходов, который был в стране, он был на самом деле, это все были внешние спецэффекты. То есть, грубо говоря, вот сейчас то, что произошло в результате вот такого катастрофической коррекции в платежном балансе, это фактически произошел возврат доходов на тот уровень, который, собственно, экономика и способна генерировать при той ее структуре, при той ее эффективности. Ну, вы, кажется, там случилось так, вы, кажется, там внешние спецэффекты и так далее, но то, что наша экономика была неэффективной, это как бы там ни было, але мне подается, что это вина нашего урада, керовника краины. Что робилось? Нет, знаете, фокус-то в чем? Что, опять же, как правильно сказал Леонид, о том, что до 2006 года та модель, которая была экономически была выстроена, это было совершенно гениальное использование уникальных условий торговли с Россией. Али бесперспективная модель? Безусловно. Ну, нет, вот, все, а все, что делалось после 2006 года, это была попытка поддержать, делать вид, что все остается то же самое, но фактически это означало, что постоянно требовалась какая-то внешняя подпитка, если не из России, то где-то откуда. И когда действительно эти дисбалансы во внешнем секторе, которые вызваны, опять же, завышением курса рубля, что означает, что специально стимулируют потребление. То есть фактически несмотря на, вот, на риторику властей, которые говорили, смотрите, мы такая экспортно-ориентированная экономика. На самом деле мы скорее были импортно-ориентированной экономикой. То есть искусственное стимулирование внутреннего спроса. Причем не только потребительского, но и инвестиционного. Потому что вот эти вот, собственно, трактора на складах, это в том числе это следствие. Але мы оказались не готовы до кризиса сусветного экипажа. Просто, нет, это все триггер, это все повод. А суть заключалась в том, что рано или поздно, то есть это же всегда так происходит, корректировка случается. То есть вот то, что у нас получилось, вот эти 250 там, с небольшим средней начисленной заработной платой в долларовом выражении, это и есть то, что, собственно говоря, и может получать у нас работник без того, чтобы создавать проблемы, вот, собственно говоря. То есть мы вернулись на реальной ситуации. Это так? Именно и произошло. Да. Я бы сказал, что оно может быть еще хуже. Потому что, действительно, если мы потребляли больше на 17%, и сейчас уровень жизни и потребление в стране не только населения, но и государственное потребление, и инвестиционное потребление несколько снизились, и снизились они примерно на эту величину, действительно, да, то, оказывается, мы должны еще рассчитаться за то, что мы потребляли больше в предыдущие годы, то есть нам нужно вернуть долги. Але кто не контролировал эти наши выдатки? Кто виноват в этом? Ну, бо, Максим, люди так само виноваты, купляли на кредиты, брали эти кредиты. Да нет, ну, дело же в том, что как раз-таки поведение людей было абсолютно рациональным в том случае. То есть, ну, вспомните, например, когда в прошлом году ради достижения святой цифры в 500 долларов средней зарплаты было там буквально шоковое повышение доходов последние там несколько месяцев, особенно последние 3 месяца. И очень четко видно было, что население, на самом деле, совершенно адекватно на это отреагировало. Оно не поверило в то, что эти доходы сколько-нибудь устойчивые, что это не нарисованные цифры. И именно эти последние 3 месяца они дали минус 1.5 миллиарда покупки наличной валюты населения. Последние 3 месяца прошлого года. Прошлого года, конечно, да. Я об этом и говорю. Да. То есть никто не делал вид, что действительно там за год мы стали полтора раза... Нельзя. Население всегда ведет так, как оно хочет. Больше. Ну, да. И тем более, что если обещали в доллар, значит, надо идти превращать их в доллары. Оказалось, что именно с этим-то и возникли проблемы. Классно. Что с валютой теперь отбывается? Вот это... Тренд, что доляр снова умацовывается, евро так само. То есть это некий этап, который имеет свое завершение, или все-таки возрастет? Понимаете, сейчас, вообще говоря, конечно же, вот то, что вот это введение второй сессии, это все равно паллиатив, но это в любом случае лучше, чем ничего. Конечно же, правильно было бы делать одну единственную сессию, где все, так сказать, экспортеры и импортеры бы сводились. И вот сейчас как раз-таки проблема в том, что, как обнаружилось, что тот курс, который вроде как считается рыночным, там, равновесным и так далее, он на самом деле таким не вполне является именно из-за сохранения первой сессии.
Потому что наличие первой сессии означает конфискационную продажу 30%. Сергей, это все вельми складано. Нет, все очень... расти цели, да, проще. Слушайте, я сейчас попытаюсь объяснить. Именно из-за того, что так долго вот, к механизму плавающего курса переходили, выработано большое количество схем, которые на самом деле уводят валютную выручку и механизмы конвертации через... То есть все, что за рубежом. Кто зарабатывает на том, что доляр спочатку падает в дочинении до белорусского рубля, после снова расти? Ну, я думаю, что на этом-то мало кто зарабатывает серьезным образом. А вот на том, что существует разница курсов между официальной сессией и дополнительной, в принципе, схем действительно очень много. Ці урад ведаў про то, что так отбудется на валютном рынке, и что он, на вашу думку, зрабіў, каб пазбегнуць, принамсі, мінімізаваць гэта наступствы? Вадома было, я чуў пра такія варыянты паўгады да, вось, да пачатку да, абсолютно, кризису. Абсолютно. Ну, што за гэты час было зроблена? Нет, за это время что произошло? Значит, поскольку действительно еще в апреле могли ввести этот механизм, оказалось, что политической воли на это нет и так далее. И все это время делали, значит, прибегали к административным методам, которые подменяли собой рынок. Что на валютном рынке? Помните, что вот эта продажа населению там, на наличном рынке валюты... Леонид, а ваше меркование какое? Вот что рад мог зарабить? Правильно мы разумеем? Что можно сделать? Так, что мы должны было зарабить ранее? Ну, то, что сегодня, не вмешиваться. Вот в данном случае у государства нет валюты. А если створная махина, что держава усим керует, как можно было не вмешиваться? Нет, не все сразу. Установить единый курс доллара можно было и в мае, и в июне. Это для этого делать особо ничего не надо. Конечно, чему не было так сделано? А вот тут это второй вопрос. Тут, как сказал Сергей, нет политической воли. Почему нет политической воли и почему президент сопротивляется переходу к единому курсу, вот такому рыночному, да? Это как бы разговор отдельный, но если хотите, можно, конечно, гипотезы. Это, наверное, погрожало бы его политической. Я думаю, что в первую очередь это означает, что те самые 500 долларов обещанных, они вовсе не такие. По официальному курсу они продолжали быть, но в действительности нет. И, конечно же, ну, то есть реально то, что произошло, фактически необходимо сейчас сказать, что вся вот эта наша уникальная белорусская экономическая модель, которая строилась эти последние там, 15 лет, она фактически сейчас вот, в общем, прекратила свое существование. Потому что постоянное, приходится отказываться от постоянного повышения доходов, которые ничем не обеспечены. Видимо, придется отказываться от полной занятости, которая у нас есть, когда официально безработица меньше 1%. И от механизма постоянного трансферного межбюджетного перераспределения, да, и перекрестного страхования снизится, естественно. Вот. И это на самом деле означает довольно серьезное изменение в общественно-политической модели. И в этом признаться сложно, что мы строили, наконец построили, а потом за полгода исполнили пятилетку. Але есть еще вера у керівництва країни так само на некий там мытный союз, на тоннейший газ. Но никуда помогу. Нет, уже здесь как раз вот вступление в таможенный союз может ухудшить ситуацию в Беларуси, потому что наша конкурентоспособность ниже наших предприятий, чем, скажем, казахстанских или российских. Здесь выше уровень налогообложения, во-первых. Ну, вот для примера, уровень социального страхования сейчас это 34% к фонду заработной платы, да? А в Казахстане это 11%. Вот, ну, социально, это вот налог на фонд заработной платы, вы знаете, 34% и 11%, это же как бы накладывается на себестоимость, накладывается на цену продукции, и наши предприятия, ну, не только налог на прибыль, скажем, там и в России ниже, и в Казахстане, НДС несколько ниже, и поэтому уровень налогообложения у нас более высокий. Дальше, наши предприятия не привыкли работать в конкурентной среде, так? Они сейчас окажутся без, будет понижена степень субсидирования государственного, потому что так преступление с таможенным союзом так должно произойти и так далее. То есть конкурентоспособность наших предприятий ниже, чем российских и казахских. Шановні эксперты, все ж таки, давайте пропоную все ж таки до валюты вернуться. Что ж это было с этим, с валютой, то, что она раптом начала снижаться? Все очень просто. Если вы делаете вид, что у вас управляемый курс, который белорусского рубля, который установлен на завышенном уровне, то будьте готовы к тому, что вам придется для его поддержания либо а брать кредиты, либо б тратить золотовалютные резервы. То есть вы должны защищать этот уровень. И когда оказалось, что за один месяц в марте, когда была самая острая вот эта вот, начался кризис, где валютный рынок в сущности для населения работал всего две недели. Потом его закрыли, сначала открыли, потом закрыли снова. Вот, там за эти две недели
население умудрилось купить 864 миллиона долларов. И, естественно, когда у вас в структуре золотых резервов собственной валюты порядка там к тому времени полутора миллиардов, потерять половину за месяц, это, в общем, конечно, было... И с тими машинами это правда или нет? Он подманул Иван Васильевич Лукашенко, который сказал про некие машины, которые отправились на Западе? Я немножко поясню ситуацию. Когда народу говорят о том, что у нас произошел отток валюты за границу на 1,5 миллиарда больше за первое полугодие 2011 года, чем год назад, в 2010 году, так, это да, этот отток, потому что больше купили валют, автомобилей. Да? Когда нам говорят, что несколько снизилось субсидирование со стороны России, то да, это снизилось, если взять цены на энергоносители, примерно на 1,5 миллиарда. Но мы просуммируем это, получим 2-3 миллиарда за последние 1,5 года, которые, значит, это снизил, увеличился отток валюты из Беларуси. Но приток, давайте посмотрим, какой, за 1,5 года наша задолженность внешняя увеличилась на 11 миллиардов долларов. То есть приток валюты был в 4 раза больше, чем ее отток, вот по этим двум указанным причинам. И говорить о том, что это повлияло на кризис, вот эта покупка, дополнительные затраты на покупку автомобилей или из-за снижения российских субсидий, не приходится. Видите, разница в 4 раза. Значит, у нас более фундаментальные причины нашего кризиса и валютного, и экономического, и так далее. Скажите, доляры зараз купляются, или все-таки подшекают скалины, может быть, будут падать, или будут расти? Вот я, что... Ну, вы как-то стаскиваете так, мы по-крупному, а вы сразу детали. Люди коротко, значит... Белсад дал им рецептники. Ну, я думаю, что, значит, если вы рассчитываете на какие-то серьезные колебания, там, движения, да, то большого смысла сейчас, в общем, дергаться нет. А вы различиваете? Я думаю, что с момента выхода на единый курс, если он действительно будет настоящим, один на одна будет сессия, то, в общем-то, по большому счету, серьезных колебаний быть не должно. Значит, в пределах разницы инфляции в нашей стране и, допустим, в странах торговых партнеров, этими же темпами примерно будет ослабевать белорусский рубль. Но он будет ослабевать, фактически вот компенсируя разницу там, в росте цен в нашей стране и в других странах. И особого инвестиционного дохода здесь, в общем, не получится. Да, с моей точки зрения. Валютный курс зависит от двух факторов в основном. Первый – приток-отток валюты в страну. Так? Если больше на рынке валюты, то он будет падать. Да? Если, так сказать, кредиты придут, приток будет. Или больше доходы от прямых иностранных инвестиций или от приватизации. Если валюта в страну будет поступать, значит, то курс доллара будет падать. Да? Это первый фактор. А второй фактор – это темпы инфляции в стране. Вот если инфляция будет 30%, и доллар поднимется на 30%, но реальный курс доллара останется. Реальный курс доллара при этом останется один и тот же. То есть покупательная способность доллара не изменится. То есть он будет двигаться вслед за ростом инфляции в стране. И вот можно прогнозировать, что будет, если мы прогнозируем, по крайней мере, действия этих двух факторов. Я говорю о том, что сейчас у нас намечен большой отток валюты, гораздо больше, чем приток. Но вот МВФ опубликовал таблицу наших платежей на предстоящие 4 года. Да, и он не видит, чем мы покроем отток валюты вот, по нашим платежам. И поэтому можно ожидать, что вот этот основной фактор глубинный, который приток-отток валюты, то есть сальдо платежного баланса, будет пока не в нашу пользу, в общем-то. Добре, да? Я сегодня чую пропановы громадной колькости этих белорусских банков. 42% годовых, там белорусский рубель, калі ласка, депозит. 98 был рекорд, калісьці. Есть сенс сегодня класти на депозит белорусские банки? Ти все ж таки это знову же некая схема, яка... Кому не одному задать вопрос, потому что мы одинаково можем отвечать на все ваши вопросы. Дело в том, что как раз таки если все будет сделано правильно, судя по последним вот заявлениям, вот буквально недавно Румас и Надольный одновременно выступили в СМИ, один там по телевидению, другой на Интерфаксе, там эксклюзивное интервью, то речь идет о чем? Что в ситуации, когда происходит, вот, в принципе, в сущности, ведь острая фаза кризиса закончилась, когда происходит... Почекайте, Лукашенко ж недавно заявил, что мы вот сдается, что это первый раз такое прозвучало, что хочет за всю эту светлую кризис и нас закране, так сказать. Закране, это что, так, звучайная заявка? Давайте не будем внешние причины, мы тут все основное, все, что случилось у нас с валютой, это все наши собственные действия. Ну, дайте так это еще внешнее. Кстати, все это случилось, когда как бы остановился кризис глобальный на Западе. Вот 2009 год, немножечко, так сказать, экономика начинает расти и в Европе, и в Америке, то есть там кризиса нет. Только сейчас ожидается вторая волна кризиса, а мы как раз между волнами, когда некоторый подъем на Западе, мы пошли в свой кризис. У нас свои причины.
если все делать правильно, то есть процентные ставки, скорее всего, должны быть выше. Они должны быть выше просто из-за того, что необходимо сейчас возвращать доверие к национальной валюте среди экономических агентов, в том числе среди населения. Скорее всего, инфляция, если с ней действительно будут бороться, если с ней не бороться, есть большая опасность, что мы попадаем в вот эту вот ловушку постоянного падения курса, постоянного роста цен, то это означает, что в такие периоды, как правило, может оказаться весьма выгодным именно переход из иностранной валюты в рубли. В частности, если вспоминать 95-й год, когда было примерно все то же самое, только гораздо решительнее. То есть точно так же, когда остановился фактически рост курса, и были очень высокие ставки процентные по белорусским рублям, и буквально в течение нескольких месяцев там можно было капитал увеличить там, в полтора раза, например. То есть в принципе, теоретически, это та плата, которую должно государство заплатить за фактически возврат населения к национальной валюте. Добрый, мы еще маем сейчас опошнее питание. Я понимаю, что в любом случае за все платит население. Так, потому что доходы государства с налогов... Лукашенко сказал, что 7 мільярдів треба зносить з населенством. Криса, давайте так. Только я не веду. Питание вельми глобальное, конечно, але попрошу вас коротко. Что сегодня урад белорусский, улада белорусская робить для... Ці правильно робить для зменшения этих эффекта кризиса? Чи есть антикризисный план просто? Це вот. Реальный? Це нет, то, программ, спроба... программ много, но на самом деле ни один из них антикризисным планом не является. Вот. А то, что делается, судя по всему, последние все-таки какие-то шаги, это, в общем, какое-то движение к определенной реальности. Но, опять же, все это идет очень гомеопатическими дозами. То есть процентная ставка 30%, будет она 35%. При инфляции, ожидаемой за год более 100%, это, конечно же, смешно. То есть все должно быть гораздо жестче. Но, в принципе, как бы, если смотреть по там, хотя бы направлением, наметкам, то, в общем-то, многое идет в правильную сторону. Попытка перейти на действительно плавающий курс, при котором, собственно, не нужно тратить резервы для того, чтобы его поддерживать. Попытка действительно реформировать систему госпрограмм через Банк развития, который создан, есть уже положение о нем, там, руководство там, и так далее. Сергей Дзякович, подаролит ваша оценка вот этих планов и денег урада по... Здесь надо различать. С одной стороны, в правительстве раздается очень много хороших заявлений, да? С другой стороны, эти их заявления и действия правительства блокируются администрацией президента. Да. Так? Но я в кишеню не покладешь. Вот. Я даже напомню, что правильно Румас говорил, что еще в апреле вот надо выходить там на один курс, надо спрос, предложение, мы это будем делать и так далее. И тут же президент выступает в конце апреля перед парламентом с обращением к парламенту и народу и говорит о том, поворачиваясь к Мясниховичу, что-то там у вас ваши министры предлагают спрос, предложение, имея в виду, так сказать, предложение Румаса по счету валют, насчет валюты, да, что надо выходить на единый курс. И говорит, такое правительство мне не надо. То есть все, мы видим это противоречие между правительством и президентом, да, и это противоречие никак не разрешается. Сейчас в меньшей степени, наверное, все-таки. Но... То есть чекать никаких, проблем асансованных перспективных кроков не реально. У меня как раз таки есть большая надежда на то, что вот этот вот период, когда мы с апреля тянули, и тогда не пошли на эти вещи, но сейчас вынуждены были сделать, это просто был некий определенный урок, что невозможно долго против ветра мочиться, вы, так сказать, административными... Лепс будете не? Опошнее, лепс будете не? Я, честно говоря, думаю, что особо сильно лучше не будет. Сильно хуже не будет, но и особо сильно лучше не будет. Скорее всего, мы попали в ловушку низкого экономического роста. И низких доходов населения, это можно годами в ней находиться. Леонид, будет только горш? Я думаю, что лучше не будет, если не будет радикальных перемен в экономической политике и вообще в модели развития. Но для этого, для начала, президент должен сказать, что да, ребята, мы шли не так. Мы давайте четко и ясно вот пойдем, как нам говорят, мы слушаем советы, нам дают кредиты, тогда уровень жизни не будет продолжать падать, да? И только в этом случае он не будет продолжать падать, если мы повернемся лицом и пойдем, как пошли наши соседи, даже Россия, тоже Казахстан, Литва, Польша и так далее. Если не будет этого поворота, а пока такого поворота нет, есть полумеры, которые существо белорусской модели не меняют. Если приватизация, то это, так сказать, миноритарная приватизация, чтобы продать 20% акций. Это измены, которые позволяют вельми долго еще тянуться этой всей ситуации. Такой понимаете, пришли к такому финалу, что долго тянуть уже некуда. Или уровень жизни будет продолжать падать с неизвестными последствиями для той же власти, да? Либо что-то надо делать. Жаль, мы уже закончились. Мы ведаем того, что мы ничего не ведаем. И изменить керуництво краины свои планы на ближайший час. А позже 17 годов показали яскраво, что таких измен абсолютно не было. Вы глядели 2 на 2 на Белсате. Нашими
Нашими гостями сьогодні були Серж Шали, Леонід Злотніков. Вели передачу для вас. Павел Мажейко, я Дмитрий Гурневич. Дякую вам великим. Бувайте і заставайтеся з Белсатом.